Всем привет, с вами Скайвишес, и вы на канале MLP Chelsea Brown. И сегодня я снимаю выпуск адвент-календаря Lego Friends номер 13. Сегодня мы откроем 13-ю ячейку. Напомню, что вчера нам попался вот такой вот домик для кролика. Конечно же, сам кролик и морковка. Что же нам будет сегодня, я еще не знаю. Потому что этот календарь, как напомню, сюрпризный. И давайте найдем 13-ю ячейку. Я ее уже вижу. Она в самом верхнем ряду. Рядом с елкой. Давайте ее скорее же откроем. Я открыла ячейку, но еще не знаю, что нам там попадется. И судя по количеству деталей, это что-то большое или даже вообще огромное. Так, давайте же скорее смотреть. Что же нам попалось? Нам попалась такая вот стойка. Давайте ее соберем. Думаю, что это опять победитель в количестве деталей просто, потому что их очень-очень много. Даже не полезли в эту ячейку. Вот вы сами посмотрите. Давайте соберем эту стойку и разберемся, что это такое. Итак, нам попался вот такой рождественский ларек с пирожными. Давайте на него посмотрим. И это действительно победитель по самому большему количеству деталей. Это вот такой ларечек получился. Ой. Снизу он сделан из таких деталей, кирпичиков. Здесь есть такая вот веточка. И, собственно, вот там фиолетовая крыша такая. И внутри ларечка у нас, по идее, должно быть вроде одно пирожное, но я из-за простых деталей собрала вот таких два пирожных. Еще здесь есть денежка 100 рублей. Вот, и из-за простых деталей, получается, в итоге остался один вот такой цветочек. И давайте сейчас поставим наш ларек. И я думаю, что наш ларек лучше поставить вот в это место. И с помощью него каток станет еще более популярным. Так как сюда уже пришло много народу, чтобы посмотреть на кролика, я думаю, когда они узнают, что здесь можно хорошо подкрепиться, все сюда просто набегут. Хотя тут и так достаточно посетителей. Ведь после инцидента с шапкой-невидимкой и с Олесей, все думают, что наш каток обладает какой-то волшебной магией или чем-то тому подобным. Ведь об этом написали в газетах города Хартлейк-Сити. Итак, это было все. Всем пока, с вами была Скайвишес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте видео. А мне пора поспрашивать, кто хочет быть продавцом в ларьке. Всем пока!